Приветствую вас. Ответить на ваш вопрос сколько-нибудь однозначно не представляется возможным, потому что для этого нужно с вами общаться, для этого нужно с вами работать, для этого нужно, чтобы вы смогли довериться специалисту, чтобы смогли раскрыться, когда уже будет понятно. Совершенно ошибочно я могу сказать, что здесь может быть и так, то есть, ну, я не очень понимаю, как вы представляете себе, чтобы мы ответили вам на ваш вопрос, вот так вот, опираясь только на ваш текст, да, и на ваши слова, это невозможно. То есть, ну, если вы действительно хотите разобраться, то это невозможно. Кроме того, не так важно, потому что вы подавляете в себя, что нет. Ну, я имею в виду с точки зрения вот, так сказать, эффективности, да. Важнее то, что у вас болит. То есть, условно говоря, если вы, к примеру, боитесь сейчас на данный момент, если вы боитесь мужчин, да, если вы опасаетесь их, вот это для него вызывает страх, то, соответственно, значит, этот момент нужно решать. Он более актуален для вас, чем, к примеру, остальное. Ну, то есть, вот, чем, к примеру, что-то другое. Вот. Понимаете, да? То есть, как бы, ну вот тут такой момент, мне кажется, важный достаточно, чтобы в себе разобраться. Достаточно важный этот момент. Вот. Ну, травма. То, что касается травмы, вашей травмы. Я думаю, что травма, конечно, присутствует и имеет место быть, безусловно, мне всякого сомнения. Травма имеет место быть, это правда здесь. Вот, ну, как бы вопрос заключается в том, да, насколько вы действительно травмированы, да, то есть вот сейчас на данный момент, насколько вы прожили травму на данный момент. Вот, ну, мне кажется, что разобрать это было бы крайне важно, на мой взгляд, по крайней мере. То есть, ну, чтобы вы как-то вот сами для себя вообще определились, да, вот, что вообще со мной происходит сейчас, и какое у меня сейчас состояние, вот, маленькая штука. То есть, понятно, что у вас есть большое чувство стыда, это понятно, что у вас есть большое ощущение, ну, сильное чувство стыда, сильное чувство страха, вот, перед, ну, людьми. Перед мужчинами, вот. Это понятно. Ну, как у меня, по крайней мере, это понятно. Вот. Вопрос заключается в том, да, что вы хотите с этим делать. То есть, опять же, что вы можете с этим делать. Что вы хотите, что вы можете с этим делать. Вот. Можно ли это исправить? Да, можно и нужно это поправить. Вот. Прожить травму, освободиться от нее, от травмы, я имею в виду. Вот. Все это
ну, все это дело, это все делается, это все корректируется. Повторюсь, момент здесь только в том, хотите ли вы это. Такая вот история, такой вот момент я могу вам с точки зрения терапии, с точки зрения психотерапии дать. Вот. Ну, то, что могу вам сказать, по крайней мере. Дальше идем. Значит, по поводу того, что вы не развились, не развиваетесь, как вы, как человек, да, а, ну, как женщина. Я, честно говоря, думаю, что, ну, 50 на 50 здесь может быть, защитная реакция, вот, 50 на 50, и, опять же, мало информации, достаточно. То есть вот нужно как-то, ну, больше информации о вас, чтобы ответить вам на вопрос, который вы задаете. Ну, так вот, более актуально, да, скажем так, более обстоятельно. Ну, мне бы, конечно, не хотелось бы, чтобы, грубо говоря, вопросы вы видели, точнее, в ответе на вопросы вы видели какую-то истину непреложную, потому что, может быть, такая история, что это не совсем справедливо для вас будет. Вот. Понимаете, да, что я хочу сказать? То есть, вполне может быть, что нам предстоит найти правду. Вот. Вашу правду, которая касается только вас. И это достаточно важный момент на самом деле, вот, потому что он касается напрямую вас и ваших переживаний, того, что вам важно, этих всех больных мест, которые у вас есть. Вот. Травмированности и страха своего мужского поведения, своей сексуальности, вот, это то, что может стать основой для работы с вами, конечно. Вот, ну, естественно, если вы этого хотите, естественно, то есть понятно, что если вы этого не хотите, то оставлять вас никто не будет, ну, просто вот иметь этот момент как-то в виду, да, что, что многое зависит от того, чего вы хотите, многое зависит от того, что вам нужно, многое зависит от того, рискнуть ли вы. Вот. Как мне кажется, как я думаю, в чем еще может быть некоторая сложность? Такая вот, ну, локальная ситуативная сложность, в чем еще может быть, а в том, что, значит,
вы не готовы даже мужчине, который вам нравится, которому у вас нет, как вы говорите, чувства страха, вот, вы не готовы что-то ему давать. Как мне кажется, не готовы что-то ему давать. То есть, как мне кажется, вся, ваш страх с тем и связан, что вас могут оттолкнуть, что вас могут, ну, как бы, отвергнуть, и вы боитесь некоторой вот болезненности, вы боитесь некоторой, ну, может быть, я не знаю точно, но может быть вы боитесь повторения ситуации, да, ну, вполне такое же. Может быть, что вы боитесь повторения ситуации, которая, ну, вот, была, и вот сам мужчина, то, как вы мужчину воспринимаете, может быть, это является одним из моментов, которые нужно корректировать, потому что вполне вероятно, что мужчину самого вы видите несколько в контексте, ну, скажем так, в контексте того, например, в чем вы нуждаетесь, да, то есть не в контексте, того, допустим, что вы хотите человеку дать, а в контексте того только, чем вы нуждаетесь. И то, что вы в чем-то нуждаетесь, это хорошо. Вот, вы нуждаетесь там в ласке, в заботе, в том, чтобы вас там, не знаю, согрели, вот, чтобы о вас позаботились и так далее. Вот, это здорово, но необходимо это и отношения с человеком развести, вот, чтобы оно может соприкасаться, вы поймите правильно. Вот. Но несмотря на то, что соприкосновение возможно, несмотря на это, элементы это все же несколько разные. Я хочу, чтобы вы это помнили. Я хочу, чтобы вы об этом не забывали. И вот для себя, конечно, постараться определить, какое значение имеет мужчина, да, для вас. То есть, ну, что он значит для вас, как вы, там, словно говоря, ну, относитесь, может быть, к к мужчине, да, вот это крайне важный момент, как мне кажется, здесь. То, что вы пытаетесь сейчас вот, узнать, это больше из разряда, ну, это больше из разряда погадать, понимаете? То есть, можно, конечно, погадать, можно. Так, особого результата особого от этого не будет, понимаете? Особого эффекта от этого не будет, от того, что, ну, мы будем пытаться гадать, вот. Поэтому
о том и речь, чтобы не гадать, а именно вот с вами работать. Именно работать. Чтобы иметь возможность вам на самом деле помочь, а не создать какую-то иллюзию для того, что вам оказывается помощь. Потому что очень легко в это скатиться, очень легко в это, ну, в это заместить одно другим. Вот. Такой вот момент, я надеюсь, что вы постарались, надеюсь, что вы постараетесь меня услышать, вот, надеюсь, что вы постараетесь уловить то, что я сказал. Вот, много к вам сочувствия в связи с вашей историей, которую вы рассказали. Вот, много к вам тепла. Но, как бы, вам предстоит работа. Может быть, в результате этой работы вы увидите, что мужчины не такие страшные, как вам, ну, как вы привыкли, например, думать и так далее. Ну, вот. Вы увидите, может быть, что на самом деле мужчины обычные люди, просто вы изначально позиционируете себя как того, кто стыдится уязвимости своей. Вот. Ну именно вот своей уязвимости стыдится. То есть то, что каждый из нас уязвим. Это понятно, я надеюсь. Вот. А то, что вы, например, своей уязвимости, вот именно что стыдитесь, это может быть вообще для вас не столь очевидно. Вот. И, соответственно, это представляет интерес для психотерапевтической работы. Конечно, вам нужно учиться воспринимать себя и свою сексуальность как абсолютно нормально что-то. Вот, воспринимать себя и свою сексуальность как абсолютно что-то естественное. Вот. Значит, ну а то, что касается травмирующих ситуаций, да, их нужно прорабатывать, чтобы они у вас больше не болели. Кстати, подобное же связано, ну я имею в виду то, что с вами произошло, связано в том числе и с тем, что вы изначально были уязвимы, и вы, скорее всего, просто не знали, что делать с, ну вот, с уязвимостью. Своей, стыдились ее и так далее, не умели говорить нет, не умели отказывать и так далее. А сейчас вы просто спрятались в скорлупу и там, соответственно, надеетесь отсидеться. Вот, ну, к сожалению или к счастью, вас оттуда активно выдавливают, активно выталкивают. Вот, и это, как мне кажется, здорово. Это, как мне кажется, хорошо.
это, как мне кажется, прекрасно, прекрасно. Вот. Осталось только вам услышать этот вопрос, пойти туда, но повторюсь, одной вам может быть страшно, да? Страшно, поэтому психолог поможет. Психолог поможет, психолог будет с вами рядом, мы поддержим вас на этом нелегком пути. Вот. Значит, такие дела. Вопросы у вас хорошие, грамотные. Вот. Но я бы сказал, что не имеющие практического смысла, для вас именно практического смысла, не имеющие, потому что, вы знаете, вы что, вот как бы сознательно вы там, себя, например, зажимаете, допустим, свой там рост и так, свое развитие и так далее, да, ну и что? И что дальше? То есть, вы узнали, допустим, да, и что дальше будет с этим делать? Как бы, как вы воспользуетесь, да, этой информацией? Вот. То есть, нужно понимать, что не все ответы, вот, не все ответы вам могут быть полезны. И знания, которые у вас могут быть, знания, которые у вас могут иметь место, вот эти знания, ваши знания, они могут вам ничего не дать. Вот. Поэтому концентрироваться стоит не на знаниях, вот, не на выстраивании там причинно-следственных связей и так далее. Да, не на выстраивании теории. Вот. А больше, как мне кажется, на том, чтобы иметь возможность чувствовать, без страха, иметь возможность ощущать без страха то, что вы можете чувствовать, то, что вы чувствуете, например. Иметь возможность выражать свои чувства, не бояться выражать свои чувства и так далее. Вот это, мне кажется, куда важнее, чем то, чтобы пытаться искать ответы на вопросы, вот, которые задаете. Потому что, может быть, мужчина воспримет вас так, как вы говорите. Ну, в смысле, что он, может быть, действительно видит вас маленькую тарелку. Но пока вы этого не сделаете, вы не знаете. Знаете, какая штука. И вам будет больно, да. Но боль необходимо учиться проживать. И тогда вы увидите, что в жизни все немножко по-другому. Не так, как вам это кажется сейчас. На этом все. Удачи вам. Желаю всего самого доброго.